В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Новый собственник завода «Автоприбор» за два дня уволил 68 человек. Руководство научно-производственного комплекса заявляет, что увольнения связаны с сезонным снижением спроса на производимую продукцию и избытком трудового ресурса. Все уволенные люди пенсионного возраста, у которых есть социальные гарантии в виде выплаты пенсии. С производства они ушли по соглашению сторон. При этом всем уволенным были выплачены компенсации и заработная плата. До начала декабря «Автоприбор» планирует расстаться еще с 30-34 сотрудниками, что в целом составит около 10% от всего трудового коллектива. По словам руководства предприятия, если весной спрос на продукцию снова возрастет, то уволенным предложат вернуться на привычные места. Напомним, информация об увольнениях на заводе периодически появляется на протяжении последних 6 месяцев. Кризис пришелся на май. Тогда хотели сократить более 900 человек, но в ситуацию вмешалась областная администрация и всех оставили еще на 2 месяца. Потом на заводе создали новые предприятия, но увольнения все равно происходят. Правда, директор по персоналу не склонен драматизировать ситуацию. Это же не сокращение, это же соглашение сторон, то есть две стороны договариваются. То есть никого же не насиловали. То есть люди договорились с определенной выплатой, с дополнительными деньгами. Но в основном ушли-то все пожилые уже. Кто вот зимой обычно-то и за свой счет или брал тут по месяцу, по два, да? Потому что люди в этом возрасте в основном зимой-то болеют. Договорились просто обоюдно за дополнительные выплаты люди. Расторгли трудовые договора, пошли домой. Изводят 50 гектаров леса. Жители деревни Конюхово Александровского района в ужасе от того, что рядом с их деревней вырубают лес для того, чтобы сделать песчаный карьер. Люди уверены, что чиновники, разрешившие экологический вандализм, превысили свои полномочия. Кто рядом с деревней устроил лесоповал и насколько это законно? Разбирался Константин Миронов. Жители деревни Конюхово, что в Александровском районе, выбрали это место из-за отличной экологии и прекрасных видов. Но этой осенью заметили на опушке леса тяжелую технику, которая начала его спиливать. И как узнали местные, здесь идет не просто заготовка древесины, а планируется песчаный карьер. Как же так, вопрошают люди? Как можно пускать под топор практически заповедные места? Любого ребенка спросите, что нужно делать? Вырубать лес или сохранять? Конечно, будут говорить, нельзя рубить березку, нельзя рубить дерево, да? Я понимаю, что промышленный подход имеет место, но в таких масштабах, как у нас тут вот в Александровском районе Владимирской области, вот рядом с нашими деревнями, ну не должно такого быть, это просто лес изводится. Площадь леса, которую пустят под топор, 50 гектаров. При этом по лесу уже прорубили дорогу к деревне Верхние Дворики, куда и будут возить добытый песок. Подрядчик, которого наняла компания, планирующая разработку карьера, показывает документы, в которых написано, что все по закону. То есть 46 гектаров получается? Нет, 48 здесь, а, 40. И 1,8 гектара – это дорога. А когда планируете закончить вообще с этой? Рубку до Нового года. То есть до Нового года здесь не будет леса? Да. Заготовку я закончу до Нового года. Практически. Ну, если погода не подведет нас. Жители переживают, что после того, как освоение карьеры закончится в 2026 году, здесь будет свалка. А рекультивации, конечно, никто не позаботится. Вся лесная фауна исчезнет. В общем, на природу всем плевать. Ну, вот мне даже сейчас по телефону сказал этот... Как его? Михаил. Ну, Миша этот, ну, который арендатор. Он же сказал, что когда карьер будет, я не знаю, в утешении или просто так лишут от балды, что для того, чтобы сказать. Да. И потом будет это лес. Ну, все равно здесь потом лес посадят. Да, ну, это смешно слушать. Карьер – это все уже изведенный лес. Сколько лет растет? Мои даже внуки. Конечно. Внук уже не увидит, да, этого леса. Даже сам арендатор, кто здесь вот эту, скажем так, жуть делает, озвучил, что по кругу более 100 карьеров. Какая необходимость есть делать очередной карьер, когда их так много? Песок, даже когда люди под стройку или что-то вот заказывают песок, бесчисленное количество, огромнейшее количество, список карьеров. И кто может привезти песок? Зачем очередной карьер?
именно убивают хороший лес. Люди даже после предоставленных им документов сомневаются в законности проводимых работ. По их словам, если ситуация не изменится, они готовы лечь даже под колеса тяжелой техники. С вопросами, насколько закон уничтожения природы, мы направляемся в Александровское лесничество, где нам поясняют, что компания ООО «Техтранс» абсолютно легально на основании договора аренды выполняет рубку леса, что в последующем сделает здесь карьер по добыче песка и гравия. Действия законны, потому что данный договор прошел государственную регистрацию. На основании данного договора в соответствии был разработан проект освоения лесного участка, прошедший государственную экспертизу, и данной организации после этого всего была подана лесная декларация. То есть действия данной организации ООО «Транстек» проводится в рамках действующего законодательства. Получается, что можно вот так запросто свести на нет лес, который радовал жителей деревень, для добычи песка, которого, по словам жителей, в округе предостаточно. Видимо, чиновники считают, что извлечение прибыли из природных ресурсов важнее качества жизни людей. Собравшиеся считают, что нарушаются их конституционные права на благоприятную окружающую среду. Жители обязательно напишут заявление в областную природоохранную прокуратуру, а также коллективную жалобу новому губернатору Владимирской области. Люди считают, что лесорубы нужно остановить как можно быстрее, а чиновников, которые разрешили пилить лес, надо привлечь к ответственности. Скандал с вырубкой леса в Александровском районе может выйти на федеральный уровень. Константин Миронов, Александр Мажаров, 6 канал. Доверяй, но проверяй. На улице Комиссарова прошла плановая проверка. Газовщики осматривали газовое оборудование, а сотрудники МЧС информировали жителей многоквартирного дома, что делать, чтобы не стать жертвами взрыва. Какие проблемы увидели специалисты и о чем их спросили жильцы, расскажет Игорь Липский. Плановая проверка газового оборудования на Комиссарова. Ее проводят газовщики, а сотрудники МЧС информируют жильцов. Во Владимире такие обходы квартир проводятся регулярно. По словам газовщиков, утечки газа в квартирах встречаются. Мы пытаемся донести до людей ту истину, да, что это источник повышенной опасности, газ, который находится у них в квартирах. Поэтому за ним надо следить. Чтобы за ним следить, то есть необходима проверка специалистов. Да, то есть сами жители могут не заметить, не увидеть какую-то утечку газа. То есть специалисты есть специальное оборудование, то есть они проверяют. Да, все контакты, все соединения, чтобы не было никаких утечек. Последний случай – взрыв газа в жилом доме в поселке Приамурский в Еврейской автономной области. При взрыве пострадало 5 человек. А в Смоленске на одной из стройплощадок летом прорвало газовую трубу. По словам сотрудников МЧС, во Владимире в этом году утечек не происходило. Но многие жильцы могут и не почувствовать газ, особенно при открытой форточке. Такие обходы и нужны для того, чтобы беды не случилось. Для проверки утечек газовщики используют специальное оборудование – газоанализатор. С помощью газоанализатора проводится проверка на наличие утечек газа в соединениях на газопроводе. Подобные обходы по квартирам помогают жильцам не только убедиться, что у них все хорошо, но и получить ответы напрямую от специалистов. Нельзя часто выключать на трубе, перекрывать. Можно. Он для этого и нужен, чтобы перекрывать газ. Специалисты проверили и вентиляцию. Серьезных нареканий не нашли. После проверки оборудования газовщики заполняют акт оказанных услуг в двух экземплярах. Некоторые отказываются пускать квартиры газовщиков и заключать с ними договоры. Хотя бы потому, что профосмотр газового оборудования стоит денег, и немалых. Можно, конечно, заключить договор с другими проверяющими, у которых услуга стоит меньше. Но в любом случае он должен быть. Отсутствие договора на обслуживание газового оборудования – это нарушение закона, за которое на собственность квартиры налагается штраф до 2000 рублей. Игорь Липский, Артем Горчаков, 6 канал. Замена устаревшего оборудования в райбольницах, покупка новых автомобилей скорой помощи и 100 миллионов рублей на завершение реконструкции школы в Камешково. 33-й регион дополнительно получил из федерального бюджета более миллиарда. Распределение этих денег по разным статьям социальной сферы и дорожного строительства утвердили на внеочередном заседании Заксобрания. Кроме того, депутаты перенаправили некоторые налоги в местные бюджеты и согласились с сокращением представительских расходов губернатора. Обо всем по порядку расскажет Оксана Любимова.
Больше миллиарда рублей дополнительных федеральных денег потратят на социальную сферу, здравоохранение и дороги. 100 миллионов по предложению губернатора направят на завершение реконструкции первой школы в Камешково. Из-за аварийного состояния ее закрыли еще в прошлом учебном году. Ученики до сих пор вынуждены посещать другие учебные заведения. Районные власти не справились с софинансированием работ, большую часть из которых взяла на себя коммерческая структура. И область была вынуждена вмешаться. Сейчас, по словам директора департамента образования, реконструкция практически завершена. И совсем скоро больше 600 учеников должны сесть за парты отремонтированной школы. После Нового года они сядут за парты. Это абсолютно точно. Есть, ну, небольшая надежда на то, что, может быть, и Новый год там, елки уже будут в самой этой школе. На это тоже можно надеяться. Сейчас все зависит от того, как мы вот оперативно направим эти деньги. Больше 200 миллионов получит областное здравоохранение. Основная часть, 130 миллионов, пойдет на лекарства льготникам. А для Петушинской райбольницы и Судогодской ЦРБ купят новое медицинское оборудование. 32 миллиона рублей направляется на завершение строительства акушерского корпуса в Гусхрустальном районе. 7,5 миллиона рублей на индексацию оплаты труда работников здравоохранения. И 21 автомобиль скорой помощи планируется купить до конца текущего года, поставить их в различные больницы Владимирской области. Кроме того, депутаты областного парламента согласились с выделением 350 миллионов рублей на строительство обхода деревни Бараки. А еще, благодаря дополнительному финансированию, 22 дома-интерната области и 17 центров социального обслуживания инвалидов и престарелых могут рассчитывать на новую мебель. В Владимирском, Арбузовском, Собинском, Орктрудовском домах-интернатах, а также приобретение 2 единиц автотранспорта для перевозки инвалидов Гороховецкого и Копнинского домов-интернатов. Еще одно важное решение – перераспределение налоговых потоков. Теперь доходы от акцизов на слабоалкогольную продукцию пойдут в местные бюджеты. В Белом доме считают, что это значительно улучшит финансовое положение городских и сельских поселений. Например, Суздаль от производства медовухи сможет дополнительно получать до 20 миллионов рублей. Кроме того, областной парламент утвердил и перечисление на места 100% налогов от добычи полезных ископаемых, а это больше 70 миллионов рублей, которые местные власти смогут тратить на развитие своих территорий. Доходы от карьеров, деятельности карьеров, которые добывают песок, глину, щебень, гравий. Будет дополнительная заинтересованность органов местного самоуправления, чтобы осуществлять дополнительный контроль и смотреть, насколько правильно уплачиваются налоги вот теми организациями, которые занимаются добычей полезных ископаемых. И немного об экономии. Из-за отказа от авиарейсов Владимир-Санкт-Петербург область больше не будет тратиться на субсидирование полетов. Это позволит сэкономить 13 миллионов рублей. Еще 7 миллионов останутся в областной казне благодаря губернатору Сипягину. Он решил отказаться от представительских расходов Белого дома. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал. Призывают не косить. 15 ноября в России отмечается День призывника. Праздник учредили еще в 1992 году. С тех пор в этот день военные знакомят будущих солдат с особенностями службы. Во Владимире в праздничный день сотрудники военкомата посетили кадетский класс в одной из школ города. Готовы ли подростки связать свою жизнь с военной службой? Со школьниками пообщались мои коллеги. Во Всероссийский день призывника военные пришли в гости к будущим солдатам. Сотрудники военкомата сетуют, современная молодежь служить не хочет. От армии пытаются откосить любыми методами. Недавно в Вязниковском районе на уклониста даже завели уголовное дело. По данным следствия, 26-летний парень игнорировал все призывы явиться в военкомат и пройти медосвидетельствование. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Ну, очень много ребят уклоняется, так называемых. Родителями, которые некоторые мамы там говорят, там, я не для того рожала. Чтобы дети понимали, в армии нет ничего страшного. Сегодня военные рассказывают свои впечатления от службы. Патриотизм в современных школьниках воспитывают с малых лет. Ребята изучают основу военной подготовки. Познакомиться можно со всеми деталями воинской службы. От рациона питания до боевого оружия. В свое время, где-то в 2009 году, 2008 году, мы активно в школах с помощью предприятий, предпринимателей оборудовали класс ОБЖ. 10 лет прошло.
ничего не изменилось. То есть они берегут это все. Здесь ничего не поломано, не разбито. Военная подготовка особенно важна в кадетских классах. Большинство выпускников не просто пойдут служить, а будут поступать в военные училища. Ребята такие вот, как кадетские классы, почти где-то 70% ребят поступают в военное училище. Они более-менее подготовленные, дисциплинированные, по состоянию здоровья хорошие. Вот в этом, с этой школы в данный момент поступило военное училище, подавало 10 заявлений, поступили 8. Двое завалились где-то, ну, по состоянию здоровья не прошли. Так, в принципе, в каждой школе мы стараемся это проводить. Ведем плотное общение с преподавателями ОБЖ. Саша для себя тоже выбрал армию. После школы он хочет стать ракетчиком. Это перспективно для нашей страны. Ну и высокооплачиваемая должность. Не очень просто туда поступить. Но если ты себя подготовишь, то тебе будет легче. Я встаю с утра, ну, бегаю и подтягиваюсь. Ну а также готовлюсь к ЕГЭ. Готовиться к поступлению придется основательно. Преимуществ перед другими абитуриентами у кадетов нет. Сдавать экзамены придется на общих основаниях. Влад Митков, Валерия Саенко, Егор Хрыбко, 6 канал. 18 ноября – день рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге, где он живет, ударяют морозы и начинается настоящая зима. Во Владимире в день рождения главного зимнего волшебника пройдет ряд культурных мероприятий. Каких, где и когда? Эти вопросы зададим заместителю начальника городского управления культуры и туризма Наталье Литвиновой. Сегодня она гость студии 6 канала. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Юрьевна, наверное, первый вопрос, самый сложный. Все-таки сколько лет исполняется Дедушке Морозу? Ой, это действительно очень сложный вопрос, потому что Дедушку Морозу знали наши предки. И мне кажется, что ему больше 1000 лет, но он скрывает свой возраст, потому что он вечно молодой дедушка. Где, когда и в каком виде можно поздравить Деда Мороза с его праздником? Я хочу сказать, что вот во Владимире уже традиционным, правда, небольшая традиция, всего 3 года проходит мероприятие день рождения Деда Мороза на улице Георгиевской. Мы начали это недавно, нам очень понравилось, жителям очень понравился этот праздник, он очень позитивный, добрый, необычный совершенно, потому что позволяет взглянуть на Дедушку Мороза, у которого всегда все просят подарки, немного по-другому. Подарить подарок Деду Морозу, поздравить его с его Новым годом. Целый день с 11 до 16.00, весь световой день для родителей и детей, для всех жителей города и для наших гостей будет большая полноценная программа на этой улице. В какой форме будут приниматься поздравления для Деда Мороза, от кого и куда все это будет складироваться? Значит, смотрите, расскажу, как вообще все будет проходить. Во-первых, в этот день не только можно будет поздравить Деда Мороза, о котором чуть позже и более подробно расскажу, но можно будет вообще познакомиться с анонсом всех новогодних мероприятий в городе Владимире. Все новогодние сказки, все новогодние представления, и в том числе рождественская ярмарка с ее культурными мероприятиями, будет представлена на улице Георгиевской, на основной площадке, в форме концертных выступлений, видео, зарисовок. Все это будет очень динамично и интересно, интерактивно. Самое главное, будет такая ледяная пещера, будет такая ледяная белая палатка, в которой будут находиться помощники Деда Мороза, готовые помочь написать или сделать поздравление Дедушке Морозу. Все это будет складываться в большой мешок, волшебный ящик. И этот мешок сказочным образом, не буду рассказывать каким, в конце мероприятия переместиться к Дедушке Морозу. Сам Дед Мороз будет? Нет, конечно, нет. Он в этот день очень, у него насыщенный день, принимать поздравления у себя в своем великолепном дворце. Вы сказали, что письма, поделки, да, и другие сувениры, которые будут нести жители города, будут складываться в волшебный мешок. Насколько я помню, по-моему, в прошлом году еще была жива у нас такая вот классная избушка, да, такой вот теремок, но, к сожалению, был совершен, да, акт вандализма. Не удалось восстановить? Все
все восстановили, но мы в этом году вот как раз на эфирах говорим об этом, пишем в наших СМИ, пытаемся объяснить жителям, что все эти избушки, все эти почты Деда Мороза обязательно будут, но будут на ярмарке. Самое главное, что эти все поделки и все эти поздравления обязательно будут учтены. Дедушка Мороз их просмотрит и по традиции на открытии нашей рождественской ярмарки лично поздравит победителей хорошими призами, замечательно каждый год интересные призы, и с ним можно будет лично пообщаться тем, кто выиграет. Если вы хотите отличиться, хотите сделать что-то необычное, то лучше сделать это заранее дома, а потом принести и отдать сюда. Конечно, будет обращать внимание в большей степени на то, с какой любовью это сделано, на какой-то креатив. Очень рад Дедушка Мороз всегда детским письмам, детским подаркам, которые не родители сделали, а вот которые дети старались сами. По призам, подаркам можно что-то сказать? Прямо там, в течение всего дня, можно получить ценнейшие подарки. Это билеты на новогодние представления. На новогодние представления в каждый ДК. То есть все наши учреждения культуры, начиная с 11 часов до 16:00, будут участвовать в этом мероприятии все до единого. И каждый будет разыгрывать свои призы, то есть свои билеты на елки. Помимо этого, призы, которые дарит Дедушка Мороз на рождественской ярмарке тем, кто участвует в этом конкурсе. В прошлом году это были билеты на елку. И не просто билеты, мы собрали этих ребят, отвезли на елку к Дедушке Морозу Устюгскому и привезли обратно. Помимо этого, конечно, сладкие подарки для самых маленьких, какая-то там часть бытовой техники для подростков. Там, в общем, все это есть. Спасибо большое, Наталья Юрьевна. Мне остается напомнить, что день рождения Деда Мороза будут праздновать в воскресенье 18 ноября на улице Георгиевская. Во Владимирской области прошел 31-й ежегодный всероссийский турнир по самбо «Кубок Александра Невского». В числе участников более 100 спортсменов из разных регионов страны. Они поборолись за призовые места и звания «Мастер спорта». К слову, в этом году самбо отмечает 80-летие со дня создания. Это национальный вид спорта. Как проходил всероссийский турнир и удалось ли владимирцам выйти в лидеры, расскажет Маргарита Махрова. Анализировать свои действия и бороться до конца. В прошлом году на всероссийских соревнованиях во Владимире Джамилю Шамахмадову выиграть не удалось. В этом году спортсмен из Ивановской области настроен очень решительно и побеждает в первой схватке турнира. Планирую попасть в тройку, призы зацепиться обязательно. Ну и, разумеется, план на финал выполнить мастера спорта. В прошлом году немного не удалось. Соперники были такие же сильные, как в этот раз. Сейчас мы лучше готовы. Так что будем надеяться, будет лучший результат. Многие владимирские спортсмены буквально выросли на Кубке Александра Невского. С каждым годом они улучшали результаты и добились серьезных успехов в самбо. Теперь участие в турнире для них – традиция и своеобразная разминка перед новыми соревнованиями. Мои задачи совпадают с целями проведения, с одной из целей проведения этого турнира – это учеба, тренировка на будущий старт. В декабре, в середине, будет уже чемпионат Центрального федерального округа в Воронеже. Отбор на чемпионат России. Вот туда как бы очень хотелось подготовиться, попасть, выступить. Всероссийский ежегодный турнир «Кубок Александра Невского» проводится уже в 31 раз. В этом году на него приехали более 100 спортсменов из 12 регионов страны, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В свое время, еще находясь на службе в юридическом институте, я эти соревнования со своими, так сказать, сподвижниками организовывал. И эти соревнования стали нашей знаковой фишкой во Владимирской области. К нам едут наши воспитанники, знают, что они могут здесь выполнить мастера спорта. Кроме звания, самбисты борются за призовые места в разных весовых категориях. Участвуют в соревнованиях сотрудники органов внутренних дел, а также гражданские. Победить непросто, потому что конкуренция серьезная. Но спорные вопросы возникают нечасто. Опытные судьи внимательно следят за каждой схваткой, хотя иногда победить спортсмену мешает неопрятный внешний вид. В правилах соревнований написано, что борода должна быть ухожена. Но вот мы, насколько мы видим, некоторые спортсмены не подготовлены в этом отношении. Могут просто вырвать колочок, и будет очень больно. Ну и как бы эстетический вид.
В этом году самбо отмечает 80-летний юбилей. На торжественном открытии турнира во Владимире в честь этого события отметили лучших спортсменов области и вручили областные и всероссийские юбилейные медали. Самбо – это у нас национальный, приоритетный вид спорта, потому что борьба самбо зародилась именно в России. Чего бы хотелось еще достичь именно Владимирской областной? Конечно, серьезных успехов в спорте высших достижений, чтобы у нас не только два члена было сборной страны, да, и там два победителя и призера чемпионата Европы и мира. Конечно, хотелось, чтобы звезд у нас становилось все больше и больше. По итогам турнира три владимирских спортсмена выполнили норматив на звание мастер спорта. Кроме того, наши борцы показали лучший результат среди участников турнира. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации. Оставайтесь с нами. До встречи. Берегите себя. Спонсор прогноза погоды – оконная компания «Плафен». Гарантия уюта и комфорта в любую погоду. Сегодня ночью в Владимире будет ясно, возможен небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 5 градусов по Цельсию. В Владимирской области завтра будет ясно и без осадков. Столбики термометров покажут 2 градуса мороза. Ветер южный со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 30%. Окна «Плафен» премиум-класса из 5-камерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на 1 год. Проспект Ленина, 5.